Привет, мир! С вами Playboy, атомная игрушка, иначе разбить сердце. Мы в моем уютном подвальчике, да, вместе с Лого и Пога. Продолжаем программировать. Значит, что касается просмотра, да, не забываем и помним, что вы можете поставить просмотр на скорость 1,5 и 2. Это удобно. А также, когда комментируете, указывайте время, к какому моменту видео указывается, выпишите комментарий. Это очень поможет на понять, что вы имеете в виду и как-то ответить. В целом, поправил, значит, еще в прошлой серии, да, просмотрщик, он работает вот так вот. Хотел реализовать обрезку строк, но столкнулся с проблемами. Дело в том, что реализация обрезки текста, во-первых, это неизвестно, возможно ли это сделать. А во-вторых, это целая отдельная гигантская программа, это большая программа. Потому что нужно будет не просто считать количество символов в строке, но и заново пересохранять в несколько массивов эту информацию. Потому что должен быть один массив, который будет сохранять все то, что до 20 символа, и это потом сохраняется как новая строка. А второй массив сохраняет все, что после 20 строки, и как бы сохраняет, чтобы дальше работать с этой строкой. Потом он заново проверяет, если меньше 20 символов в одну строку вносит, если больше, снова разделяет и снова остаток сохраняет в отдельном массиве. Вот так вот разбивается. Но еще сложность нужно сделать. То есть у нас есть массив, вот load data, да, куда сохраняются все строки. И нужно будет создавать новый массив, в котором проходиться по-новому и в него, куда-то в середину, вставлять ту информацию, вот которая появилась из разбитых строк. То есть логику я понимаю, как это сделать. Но реализация потребует много кода, как, собственно, написать собственную операционную систему. Настолько же сложно. Вот поэтому я подумал, я не буду этого делать. Вот, потому что это действительно много. И если честно, я зашиваюсь с этими сериями. С Else Heartbreak возникли серьезные проблемы. Я не успеваю осуществлять перевод, проходить игру еще и программировать. Это вызывает много стресса. И я не получаю сейчас большого удовольствия от игры. Раньше получал, сейчас вот нету этого уже. Поэтому я допрохожу, возможно, я возьму перерыв по прохождению игры. Не знаю, каким образом. Но нужно что-то с этим делать. Так, копирую операционку. Кроме вот этого. Этот код вообще удалить, почему он до сих пор еще здесь? Он уже не нужен. Так, это поиск человека. Но, насколько я помню, в этой операционке ее тоже нужно удалить, потому что он нормально не работает. Да, насколько я помню, он нормально не работал. Тут с минус единицы начиналось, да? Person search. Вот person search удаляется. А что еще? Давай теперь все это скопируем. Пиджак, пожалуйста. Есть. Как давно я на самом деле свою операционку не запускал? Page Viewer пока. Ну, а нужен ли он мне сейчас? Хотя, в принципе, его можно добавить вместо. Нет, здесь все нужно обернуть в массив, поэтому пока. Пока не получится это сделать. Пока все по-старому. Compile, но на 163 строке есть проблема, да. 163 строка. А именно у нас нету HD. Clear text. No choice. Подожди, HD reader есть. VClock функции нету на 220 какой-то. Это когда возвратный срабатывает. Функция возвратная. Да? Где у нас? На 226. А есть здесь 226 или нет?
Нет, здесь флоппи нету. Возвратная. Вот, вот здесь vclock используется, хотя нужен voclock. Вот такая функция должна быть. Так, это я поправил. Теперь в 163 строке. Так, это часы, меню выбора. Здесь не 160, в HD. Не, HD Reader есть. Person Search. Вот чего нету. Вот в Person Search его нету. Все. Отлично. Значит, есть две игры. Есть поиск людей, которые нужно по-другому реализовать. SysInfo, HD Reader. Считывать флоппи можно. Да, версия 1.1. Здесь еще. Соединяться с сетью. Телепортироваться. Теперь давай сюда добавим навигацию. У нас нету буквы М. Ну, на Г будет, допустим, да. Навигация. И добавлю я ее вот отсюда. Пока просто будет этот самый навигационный компьютер. Так, это поиск людей. Просмотрщик страниц еще нужно дорабатывать. ГЛОНАСС, карта версии 1. Так, нарисовать карту версии 1. Это старая версия. Это архив, который чисто так номинально существует. Так, вот у нас Page Viewer. Хорошо. To lowercase. А вот это вот... Bool. Это у нас что? Функцию help не реализовал и текущее положение. Это у нас vonav. То есть то, что связано с навигацией. А вот у нас отрисовывание карты. Достаточно большой код. Ну, я добавлю карту. Map версия 4. Хотя здесь получается ли отрисовывать карту? Нет, вот это все оно же. To chart, display graphics, color. Clear text. Set color of the lines. Вот текст. Вот draw city. Draw roads. Да, выставляет и рисует. Но нужно будет кое-что здесь изменить. Вот это, да? GLONASS map. Версия 1. Давай вставляем под конец. Вот это подписать нужно. Что это у нас? ABC. Вот так вот. ABC to ABC. Все. Превращает. А здесь у нас... Раз, два. ABC to ABC. Надеюсь, понятно. Вот такая подпись, что это значит. BC, блин. ABC должно быть. Погнали. ABC. Vonav. Хорошо. У нас есть... Здесь подписано, что функция кончается. Pedestrian OS. Vonav. Просто. Draw Grid. Да.
Здесь все функции под draw grid. Это все вот это рисует. Хорошо. Draw grid у нас есть, конец. Display graphics. End of WarDraw. WarDraw lock. End of draw roads. Есть. Это все понятно. По кварталу отрисовывается. А вот на самом деле вот эти, их нужно удалять, насколько я помню. Ведь они не используются. Нигде. Правильно посмотрю? Text map. Road map рисует. Line line. Draw location. Draw grid. Да, прорисовка сетки не нуждается в вот этом лишнем коде. Его можно удалить. Это остаток прошлого. Старых версий, которые я не убрал. Есть. Вот вызов функции. Но вот это мне не нужно, насколько я понял. Intuchar вообще это тестовое испытание. Оно не нужно. Смотри, во нав мне нужен. Вот эти во гриды. Убираю. Значит, первый вызывается вот текст. Смотрим, что делает вот текст у меня сам. Текст мам, да? Вот текст. Он очищает текст, выставляет цвет. Но на самом деле здесь не только очистить текст. А давай сюда еще запихну. Display graphics. Все. И color. Выставляет цвет линий. Да. Вот текст. Выставляет цвет линий. Все, roadmap. А у меня есть выставление current location. Draw grid. Да, draw grid выставляет цвет, есть. Хорошо. Значит, что? Вот это display graphics, вот это тоже удалить стоит. Это все не нужно. Да, draw city, draw grid, draw roads, draw lock. Хорошо. Ctrl C. Удаляю отсюда. Погнали, поднимаемся наверх. Так, теперь это все нужно ставить в правильное место. Потом еще надо будет звук какой-то присобачить. Давай это будет вот здесь, где девятка. Давай здесь. Это я комментирую. Потому что это не нужно. Сейчас. Да, проигрывает звук. И на девятку у нас рисуется вот это все. Вот это я удаляю. Вот это вызываю. Ряд функций. Чтобы отрисовать карту. Это девятка будет, да? А вот восьмерка... будет именно старый навигатор пока запускать. Вот так вот. Да? Это, пожалуйста, закрываем. Все. Сейчас все не устраивает. Восьмерка и девятка сейчас нужно будет в меню вписать. Так. City Navi. Гатор.
CityMap. Пока это раздельно сделано. Отлично. Запускаем. Давай проверяем восьмерку. Ну, например, идти куда? Девочка. Подсказал. Сделал. Ну, работает. Работает и хорошо. Девятка. Карта отрисовывается. Просто прекрасно. Значит, здесь внедрили это в операционную систему. Сама карта, конечно, еще не интерактивная, не работает никак. Хотя стоило бы это добавить. Ну, пока вот так вот. Наверное, буду думать на том, как рисовать карту. Когда, понимаете, зашиваюсь, нужно сделать перевод текста, чтобы пройти дальше по сюжету. Я не успеваю делать перевод текста. И нужно еще программировать. Это реально сложно. А, так, вот тут вот проблема есть, да? Что у нас? Clear text. Вот тут вот можно еще display graphics, пожалуйста, мне очищать. Да, display graphics. Нужно две делать очистки. От текста и от графики. При начале. О, хорошо. И, кстати, с цветом, касательно цвета, у меня возникли идеи по поводу того, что следующую операционную систему я сделаю более графически красивую. Да, так она нормальная. Сейчас я дополню еще другими программами, которые остались. Это надо посмотреть на дискете, что еще можно добавить в нее. И следом, конечно же, все вот эти пункты должны быть забиты. Не должно быть пустых мест. Все это должно быть в программах. И сделать более крутым, более цветное меню. То есть, как бы, когда разобрался с графикой, то можно теперь и навесить вот эту красотень раз. Пока я не знаю, как это делать. Так, значит, что у нас? Поиск людей пока проблематично работает. Сортировка не нужна. HD Reader. А на самом деле в HD Reader нужно еще добавить это. HD Data, SAT Data. У нас есть Test Data. Сейчас надо будет даже поработать и найти, где этот HD Reader. Жалко, здесь нет перехода по поиску. System Clock. Floppy Reader. Это пошел. Bandit. Moonlander. Кстати, почему здесь буквами не указывается? Это должно указываться обязательно. HD Reader. Нолик. Хорошо. GLONASS Map. Это, по-моему, девятка. В нашем меню это девятка. Вот так вот. GLONASS Map. Пускай так будет. И... Ага, вон HD Reader выше идет. Чуть-чуть хорошо. Text Map. Pedestrian OS. Восьмерка, насколько я помню. Восьмерка. Pedestrian OS. Вот так вот. Один пять. Хорошо. Это все понятно. GLONASS. Кое-что поправлю, чтобы красиво выглядело. Именно комментарий. Все понятно стало. О чем это? Про что это? Вот так вот. GLONASS. Так, HD Reader. Давай, значит, у нас 0123. 4. Finance HD. И 5 у нас должно быть. Почему он неровный? Ctrl-C. Теперь 5. Тестинг. Тестовый жесткий диск. На пятерку. Добавляем.
Элсифы идут. Меню 4. Кстати, почему оно отстает от других? Вот тут вот вставляем. Тест HD. Меню 5. Все. Select. Пятерка. HD. Print connection ID. Все хорошо. Но здесь кое-что нужно изменить. Нет. Экстрактор. Пожалуйста. Где у меня? Mono Department. Test Computer, да? Finance Computer. Hard Drive. Просто... Да, вот тест компьютер Hard Drive. Отлично. И продолжай работать. На жестком диске. Пятерка. Вот это все удаляю. Вот сюда. Connection Clear Text. Потом неправильный выбор. Все просматривает. Ну что, погнали. HD Reader J. Запускаем. Давай пятерку. Install new drive. Phibs hard drive. Secret Arcade HD. Monads HD. Finance HD. Testing HD. Подожди, я же выбрал Testing HD. 5. Почему он не перешел к прочитке? Ну, у нас прошел. И прошел в цикле loop data in get memories print load memory data sleep 01. А, подожди, так у меня почему-то здесь неправильно сделан выбор. 5. Вот так вот. Все, теперь. Поехали. Хей-я написано. И все, и почему-то он искрить начал. А почему он стал искрить, непонятно. Вот. Хотя он не должен был искрить. У Владимира Кирякова операционка, которую новую сделал, она теперь может и в любом случае из любой программы возвращаться в начальное меню и не зависать при этом. А если честно, я не знаю, как это у него удалось так сделать, как это он вот это реализовал. И хочется-то самому реализовать, но я не понимаю, каким образом это сделать. Что теперь? Вот эту операционку, знаете, я не буду сейчас ее улучшать. Я сейчас вернусь к вот этой дискетке AGIP-25. И здесь на самом деле множество разных компьютеров, да. Обновление меню я так и не сделал. Нету адаптации под разные экраны. Кстати, смотрю по планам, что да. Меню опций из переменных нету. CS50. Цену в аркады и трейдоматы не сделать. Телепортер. OS with doors. Не... Роботик OS. Блин, сколько всего запланировано и когда я это все смогу сделать. Но сейчас, на данный момент, я буду делать что? То есть я потихоньку присоединять буду вот такие различные программки. Например, Image Viewer уже готов в том состоянии, которым он есть. Поэтому его я вставлю сейчас в операционку. Подсоединю. И на самом деле я поприсоединяю те программы, которые есть в эту операционную систему. А вот следующую версию, когда обновлю многие программы, когда сделаю их лучше, Image куда ее?
Ай, у меня, по-моему, занято. Давай просмотрщик картинок. Вот сюда будет, в номер 7 добавлен. Поэтому сюда вставляю Ctrl-V. V Image. Image View. Здесь, пожалуйста, вот так вот, вот так вот. Семерочка. Ну, это у нас версия первая, конечно. Вернее, версия 1.1. Потому что это ничего я не изменял в самом просмотрщике. Я поменял именно... Ну, обернул его в функцию. Это все, что сделано. Вот. Вызвать надо будет в image в 7 пункте. Пока ничего сложного. Меня это радует, кстати, что ничего сложного здесь нет. Звуки уникальные. Не знаю пока, какие добавлять, да? Почему только в имидже, если это должен быть... Во! И там надо поправить. Раз. Вот это закомментирую. Вверху, пожалуйста, седьмая. Image Viewer. Есть. Опускаемся вниз. Не в имидже, а Clear Text, Image Viewer. Версия 1.1. Отлично. Что именно не так? 808 строке? Где она не имеет никакого значения? Подожди. Значит, в цикле лупа цикл end есть у меня. Тут все нормально. Если end, если есть. Функция. Ага, это отдельная функция. Вот в чем прикол. Это display data. Вот так вот она должна. То есть вот это уже отдельная функция идет. И тут display data as img. 776-м где-то. Почему? Цикл закончился. Условие, если тут закрыто. Ну. Это конец условия, если. А это конец функции voImage только. По идее, все должно быть правильно. Почему оно не работает? Меню, 7 номер. В имидже все правильно. Где-то что-то не нравится в этом, в этой функции. And. Void end есть. If end первый, я вижу. 690, 600 такая строка. Может, где-то я не закрыл кавычку или еще что-то. Цикл loop. Ну вот, снова в цикле if end закрыто. А цикл loop end тоже закрыт.
Здесь все закрыто. Вот тут вот вызов функции. В конце end есть. Вызов условия if. Он тоже заканчивается end. Где-то я не поставил какую-то кавычку. Но функция вызывается именно так. Void. Не нужно, что там просто пустую или что-то такое. А, нужно. Понятно. То есть я здесь не доделал. Все понял. Вот тут должны быть открывающие и закрывающие скобочки. Вот так вот. Все. Вот теперь работает. Отлично, семерку выбираем. Да, Image Viewer версия 1. Только он не превратился в информацию, а просто пролистал все, что показано на дискетке. И даже можно было что-то написать еще. Очень интересно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я сейчас выпью быстренько кофейку. Ну а вы знаете, что делать? Нур революцию Нурвенко, джисля ревидо камарадой.